Подожди. Приветики! С вами, как всегда, Доня. Всем и сегодня привет. У нас всем Маша. Всем привет, да-да. Так, да-да-да, вот. Ваша это любимая рубрика. Это я тот школьник. Ваша любимая рубрика, это, конечно же, школьник показывает свои, так сказать, что у него есть и все. Перед началом ролика поставьте лайк. Спасибо, что набрали 1000 лайков. В этом ролике я вам покажу школьника, который ездит в свои 15 лет на Lamborghini Urus за 30 миллионов рублей. Вы понимаете? 30 вот миллионов. Вот она моя красоточка. Как такое вот возможно? Она. Просто я офигеваю. Если вы хотите еще больше таких видео, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И все, давайте погнали. Так, привет. Как тебя зовут еще? Расскажи, пожалуйста, нашим телезрителям. Меня зовут Гоша. Гоша, как я сказал. Он владеет свои 15 лет Lamborghini, сам ездит. Расскажи, как ты вообще права получил? Или у тебя их нет? Есть, конечно. Это секрет. Как? Если честно, это секрет. А тебе же 15, или как у тебя там? Нет, я их получал в Америке. Мне помог переписать их вот сюда. Получается, мы сейчас где находимся? Правильно, на Донбассе. В Москве. Так, давай начнем уже обозревать мой автопарк. А это получается, погоди, мы сейчас где находимся? Это получается банк. Я тут приехал, чтобы снять небольшую сумму денег. А, ясно. Вот это твоя машина, да? Да, это моя машина. А вот эти вот самолеты, это вот твоя парковка, да, личная? Да, банк полностью. Смотрите, у него есть два самолета. Сколько приблизительно ты отдал? Можешь сказать приблизительно? За каждый 121 миллион. 332 рубля. Ты даже точно помнишь? Да, потому что я их покупал. А, я понимаю. Обратите так, внимание, за самолет. Давай проедем на Lamborghini, ты меня покажешь. Так, смотри, она... смотри, за самолетами стоит памятник. Да, вижу. Так, давай ты меня прокатишь на Lamborghini. Да, пошли. Может, быстро. Ты меня даже за рулем немножко? Нет, я сейчас погазую, потом давай, ты. Давай. Так сказать, иди. Купили мне их, конечно же, лудители. Так. Готов, погнали. Да. Ну давай ебала, сразу. Мало богиня, вот это ты красава. Фу, давай бочком навалим, бочком немножко. На бочком немножко. Ты видишь, да, как бочком валится на лифте? Нормально, так-то. Бочком, ты видишь, да? Давай, ой, давай туда, домой, потом ебать можно обратно. Ебать, давай. Оп, валит вообще. Да я сейчас на шестой уже переключаю. На шестой? Ну это шутка, у меня автомат. Опа, ты видел? Ты видел? Просто про встречки. Да. Нарушаем все правила. А ты не боишься, что тебя остановят? Да, в нашем Москве меня не останавливают. А, у тебя от номера. О, смотри, где у него номера. Crazy Int. Это прям эксклюзивные, да, какие-то? Да, давай тут немного сейчас наповалим. А ты мне можешь дать немного? Так, я попробую. Оп, ты видел, как надо фирменно? Сейчас, давай можешь, ты по встречке поедешь, давай. Вот, давай. Опа, ты видаешь, как что могу, на? Давай. Видаешь, да. Поехали. Давай. На, вот, все. Опа. Давай съездим вот сюда лучше. Вот сюда, давай. Ну давай вон в мой парк съездим. Я детей построил специально. Давай. А так, охранник забыли, меня ж мама убьет. Так, пошли за мной, охранник. Не знаю, как тебя зовут. Так, садись. Так, охранник, погнал. А еще твои навыки. Я разбил твою тачку. Ты разбил мою машину? Тихо. На тебе мясо. Куплю новую, не переживай. За 30 миллионов рублей. О май гад. Я теперь остался с одной канистрой. Ты нищеброд. А как нищеброд. Я деньги буду выплачивать? Придется ипотеку брать. Нет, ты кредит в моем банке возьмешь. Ладно. Ой, тут все разбито. Ты только посмотри. Ой, придется ее самому нести, да, банка. Фига ты сильный. Да, мама научила. Ё-моё, я разбил Lamborghini за 30 миллионов рублей. Смотри, что могу.
А может, ты меня это на самолетах прокатимся? Не, да, давай с собой возьмем ее, пожалуй. Извини, что я разбил твой Ламборгини за 30. Да ничего, ничего, у меня есть еще. Мы еще сейчас. Это мой самолет. Мы сейчас на ремонт повезем ее, да? На ремонт ее повезем. Все, багажное отделение, все, погнали. Сейчас, погоди. Я щелкаю. Да, давай. Ну, нищеброд, гопник. Всё. Давай, газуй. Газуй, за мной сразу давай. Летим. Мы поедем к моему другу. Наверное, я его сейчас умею летать на самолете. Да, я только аккуратно. Ой! Нет. Смотри, я летаю. Ты на самолете вообще не умеешь, да? Я упал. Можешь меня подвести? Так, ты где? Давай. Аккуратно. Я аккуратно сажайся, я с тобой лечу, сажайся. Вот, давай самолет. Все, я приседаю. Сажайся. Так, оп. Так, надо и найти меня. Так, сейчас я соберу свои остатки и этот. Так, вот тут где-то я рухнул. Сейчас нужно забрать самолет. Сейчас а ты не видел самолет? Я семечку. А вон самолет, смотри, я разбил самолет прямо на площадке. Где? Ты разбил? Ух ты, натух ты. Ты разбил самолет? Школьника? Да. Нет, вот он, да. Сейчас мы берем машину ломаную и быстро тогда взлетаем. А как взлетать-то? Как я могу? А как взлетать-то? Офигенные самолеты. А как взлетать-то? Так, ех. Так, наверное, легко стоит на клавиши. Смотрите, школьник не умеет летать. Да помогай. Вот, на пробелы, погнал, погнал наверх, просто. А, все, все, давай. Смотрите, как. Ой, нет! Ты смотри. Главное нашивки нажимать. Да, давай вместе, давай вместе, давай вместе. Давай, сейчас семечки дощелкаю. Хорошо, хорошо. Так, а ты сейчас где? У какой башни? Я не знаю, я сейчас. Так, надо. Ой, блин! Ой, ё-моё! У какой ты башни? А, ты вроде бы слева. Я видел. Так, можно так. Меня это как-то. Да, ко мне, давай. Ко мне. Я воскресился, так. Меня к себе. Сейчас, сейчас, ты сразу нажимай. Да, да, нажимай. Давай, телепортируй меня к себе. Нет, я же сам. Так, сейчас. Что, я сейчас дощелкаю. Все семечки ваши, вот щелкаешь. Ай, вообще все. Нет, я сейчас сам, аккуратно, аккуратно, аккуратно. Вот, давай быстро, 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 садись, садись. Куда? В машину. Не могу, не могу. Быстрей. О, быстрей. Нет. Машина. Приземлись, все, я тут, приземлись. Сюда, ко мне, не надо тэпать меня, не надо тэпать, вот. Давай, помоги машину, мне. В машину садись. Машину, машину, машину. А я не могу. Ну тогда никак. Тогда давай поедем. Давай. Угнал. Нет, ты давай посмотрим, где, а где твой? А где твой? Ты не знаешь? Не знаю. Не помнишь, где твой? Как давай, едет, давай, давай к твоему, давай к твоему едем. Давай, давай к твоему поехали. Едем. Я за тобой Ой. Еду. Тут небольшой форс-мажорчик вышел. Мой около банка. Да? Ну сейчас мы доедем тогда быстро. Ой, вот это пробки, быстро. В скорую врезался. Летим, летим, все равно. Я нашел нормально. Его. Да, ты около банка? Прямо около банка. Окей, я тогда лечу уже. Ох, я вижу, как ты летать умеешь. Так, да, давай, ты получается свой бери и вместе полетаем. Давай. Отопляж откачается, подожди. Надо залить. У меня 50 литров. Нормально, у меня 25 там тысяч. Нормально, сейчас быстро залью и все, полетим. Да все, а потом залью еще. Ты где? Я тут, да. Так, я по центральной улице Москва-Сити взлетаю. Это нигде не было видно. Богатый школьник взлетает на самолете. Нет! О май гад. Нет. А где самолет-то? О, он прям тут. В смысле? Это мой. А что делать тут мой охранник и машина? А где мой самолет-то?
Не знаю. Давай это найдем мой самолет. Полетай вокруг банка, может, найдешь где? Вокруг банка самолет? Да, я потерял там управление. Не знаю, я слежу, куда он падает. А, все, я видел, вижу его. Давай сейчас вместе. Вместе столкнемся, так сказать. Друзья, школьнику скучно, вот так он мне предлагает. Вот так. Ну, это ни в коем случае выполнено все профессионалами. Старше 13 лет. Не повторять это дома. Кому? Так, я вижу тебя. Да, вообще не повторять лучше. Все, давай, я вижу тебя. Ты где? Блин. Вот он я. Давай, куда летим? Давай, может, к моему другу. У него даже тачку он свою к себе прикрепил. Так, давай, вот, вот, вот. Вот мой друг, вон на той башне. Ты за мной? Да, да, да. Ты где? На той башне, где друг мой живет. Которого ты в прошлом ролике обозревал и всем понравилось. А это где? Это вот. Где яхта? Главное, это правильно приземлиться. Он там есть? Наверное, нет, там его жена. Там... Его... О, его. Давай ее. Это. Украдем у моего друга. Все. Она такой подкат не сразу не заметит. О, моя великая Анжелочка. Вот тебе машиночка. Быстрее, быстрее, снимай, быстрее, быстрее. Богатый школьник подарил, отжал девушку богатого школьника. Быстрее, 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 давай, сюда, сюда. Давай, не могу. Улетай. Сюда, сюда. Все равно все нормально. О, великая Анжелочка, снимай, быстрее, снимай. Снимаю. Нас такой, так. Так, звонят по делам. О, великая Анжелочка, пошли погуляем, пошли погуляем. Смотрите, школьник. Все. Давай, погнали, погнали. Все, Анжелочка, теперь моя. Я ей рожу ребенка. Друзья, мы показали очень офигенную жизнь школьника. Ты что, обоссался? Так, давайте. Ты обоссался? Давай, да, давай, да. Самый фирменный трюк, садись. Давай. Это наконец. Всем спасибо за просмотр. Всем. Пока. Ой, май гад. Пока. Пока-пока. Пока-пока-пока. Пока, не выключается еще.